Валера, начинай. Снимаем? Готов? Добрый день. Сегодня с вами программа «Скажите, пожалуйста», и ее не ведущие. Инна Савицкая. И Артур Зайонс. Ой, даже приемно, здрасте. Ну, рассказывай, ты что вы тут роботы, что снимает вообще? Что снимаем? Артур, что мы снимаем? Зараз. Новый день. Новый день. Новый день, так. Здрасте. Я тут в гостях вообще, да, моя не местная, забежалась. Задивлюсь, Артур веде, думаю, дайте я щось скажу, щось поговорю, люди, дайте слово. Я даже не могу понять, как мы тут очутились. Зараз я трошки поясню ситуацію телеглядачам, які тільки розпочали дивитися нашу програму. Отже, у нас сьогодні у гостях популярна інтернет-ведуча. Про мене, що ли? Популярна? Так. Світлана Махнічева, ведуча програми «Скажіть, пожалуйста», і її напарник, незмінний оператор Валера. Відомий Валера. Як відомий, як людина за об'єктивом. Я його без камери не узнаю, просто Валера, закрий очі, як положено. Так, ми сьогодні, власне, анонсували, що, бо, тому що глядачі дуже часто дивляться вашу програму, дуже часто чують згадування. Ну, не дуже часто, раз в неділю, давайте не будемо перегибати. Ну, добре. Чаще у нас ще не виходить, слава Богу. Ну, можуть бути ваші поклонники, які смотрять в повторах кожен день. Наприклад, я. Ой, точно, ми ж в інтернеті, ну, то, що попутало. Власне. Так, вони дуже часто чують згадки про Валеру, але до цього часу ще не було в них можливості побачити. Це у вас ексклюзив чи що, Валера? Так, у нас сьогодні прем'єра Валери. Це треба багато грошей заплатити, тому що давним-давно просили, скиньте фотку Валери. Ну ось, тепер ну тепер не тільки фотка, а й сам Валера живий, здоровий в нашому ефірі. А з чого ви взяли, що должен бути? Просто живий, так? Просто живий. Вообще, він не дуже здоровий. Відносно, так? Щоб ви розуміли, він зараз на больничному. Ну, боже, ось працює на лікарняному. Прям як ми. На ліки, я б даже сказала, працює на лікарняному. Ну, Світлана, ваша програма, скажіть, пожалуйста, вона відносно недавно якби є в ефірі, так? Тобто з літа, наскільки мені відомо, угу. Вона. Боже, мені кажется, вже года 4 пішов. Ага. А насправді так. Часно так вже багато пройшло, і вона, ну, дуже стрімко стала популярною, тобто ось на сьогоднішній день. Ви мені розказуєте новини, бо я обычно не читаю ні коментарі, ні смотрю просмотри. Я зараз так веду в курс справи. Тобто, ну, дуже багато переглядів. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Звідки такий ажіотаж, така популярність? Така нам просто дуже повезло, що ми живемо в Ніколаєві. Да. Якби ця програма виходила, ну, в такому качестві, як вона є, в составі тільки трьох людей, я, Валера і редактор, ну, тому що я вважаю, що більше людей повинно працювати над качественним продуктом. То, я думаю, ми не були б так популярні. Просто в Ніколаєві, мені кажется, це я не знаю, як було раніше. Ну, по крайней мере, сейчас. Выходной караоке, да, знаете, если вы простите. Ну, это единственный продукт похожий просто. Ну, подобный. Ну, подобного нет просто. Ну, ладно, так, в Николаеве, то я хотел бы так. Тем более на суржике, боже, на суржике. В камеру на суржике. А вообще, вот ваша программа есть очень популярная в интернет. Люди очень любят, я это вижу уже по Артуру. Он сидит весь, аж дрожит от радости, что он рядом с вами сидит. Я вправе так. Я фотограф оставлю. Ой, Диана, я фотографию еще хочу с вами попросить сработать. Хорошо, селфи. Селфи. Вот мне интересно, откуда вы вообще черпаете вдохновение на ваши программы и информацию, откуда берете, знаете точки, куда нужно пойти? Что, точки? Да. Рыночные? Можно не только рыночные, короче, откуда черпаю информацию и откуда знаю, куда иду. Ну, вообще, в принципе, никогда не знаю, куда я иду. Как выбираете, власне, эти места? Что-то спонтанно. Это вопрос этот, откуда черпаю эту информацию? Я не знаю. Я просто чисто ради того, чтобы поиздеваться, я постоянно своим персонажам задаю этот вопрос. Просто чтобы поиздеваться. Потому что на него нет ответа. Ну, просто есть во мне это вдохновение, и все. Ну, або я, або його нема, да. Потому что я такая. Ну, хіба що алкоголь, да. Может быть. Валера правильно показала. Валера. Вкусное вино. Таке натхнення, да, я хороше. Не, на камеру я всегда трезвая, все отлично. Мы же пока пишем. Есть у нас главный редактор, Андрей Лохматов, он прописан в титрах. Чаще всего он задает... Том? Нет, 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 нет. То он задаем мы с Валерой. Он задает, как вы кажется, точку, куда треба идти. Ну, если это мероприятие, если это какая-то абстрактная тема. Чуть не сдала тему следующей программы. Ну, какая у нас абстрактная была, например. Не мероприятие, а выдуманная.
Так, Валера. У меня только будущие темы. Да, да. Ну, неважно, допустим, мы придумали там тема блогерства, да, это не конкретное мероприятие, то чаще всего мы такое придумаем. А если мероприятие, то нас информирует об этом главный редактор. А ось ще таке питання, я, мабуть, воно дуже актуальне таке, скажіть, дуже часто піднімати такі, якби, болючі для Миколаєва теми, досить такі, скажіть, чи не було до вас якихось там, ну, з... Чи по морді не получили? Так, ну, власне, я хотів це більш культурно сказати, але можна чи і так. Чи не було ексесів на зйомках? Так, ексесів. Аналочка або, все прячуть? Або після зйомок, для вас чи для Валєри, можливо. Ні, нам ніхто нічого не угрожав, тому що всі прекрасно знають, який у нас завзятий і дуже ціпкий головний редактор. Тому що з ним лучше не зв'язуватися, звісно. Я думаю, що бояться його, скоріше всього. Я, кстати, Валеру даже спрашивала, говорю, Валера, що ти будеш робити, якщо мене будуть бити? Він, ну, у мене камера в руках, камера я буду бити, даже, ну, пофіг, що вона там тебе бить. У мене є привичка носити нож з собою на зйомку, наприклад. Дурак, не розказуй нікому. Дурак, что ли? Я молчу, что у меня пистолет с собой. Нахрена ты? Ой, боже, здесь. Нет, ну, я его сильно просила, це, насколько сильно я люблю свою работу, профессию. Кажу, Валера, пожалуйста, тебе очень прошу. Только до тех пор, пока скоро не приїде, просто снимай, хай буде доказательство. Ну, я, у нас вот единственное, я что помню, это с концертов, с Павлика и с концерта Игоря Дятлова. Когда пихали? Да, вот именно выпихивали. А, да, с Игоря Дятлова нас, да. А так даже не прикасаются обычно к нам. Ну, говорят, что угодно, но не прикасаются. Концерт Игоря сказал, как будто он певец, понимаете, артист, комик, стендап-комик. Ну, кстати, не факт, что нет. Ну да, согласна. Ребят, ну вот вы говорите, прецедентов таких не было, но вообще на будущее есть такое волнение, что могут быть какие-то притеснения? Так нет. Же не боитесь вы вообще? У меня переживает только мама, она мне с тех пор, как я работаю, звонит по 5 раз на день. Более чем уверена, что сейчас она звонит, у меня телефон в авиарежиме. Света, что ты несешь? А вот к тебе вопрос тоже. Как твои родные относятся к твоей работе? Сними девочку. Я люблю работать на камеру. Так как твои родные относятся к твоей работе? Ну, да, нормально. Не волнуется за тебя? Не. Главное, чтобы я к участковому ходил отмечаться. И мне очень интересно. А чего вопрос по поводу притеснения, не могу понять? Мы же ничего плохого не делаем. Ну, вы, власне, так, вы хорошее робите, а навпаки, тобто я... Не-не, я имею в виду, что, ну, мы же на самом деле серьезно никого не, ну, своими сюжетами не притесняем. Ну, посмеялись над человеком, как бы, и все, на этом. Или над процессом. Или над процессом, или... Ну, просто знаем по опыту, что не все люди имеют чувство юмора. Так, ой, далеко. Не все разумеют, а? Це точно. Когда я разговариваю на суржики, все... Ну, мне кажется, что половина горсовета думает, что у меня реально не все в порядке с головой, честное слово. И когда на них нападаю, а я реально таки нападаю на них. Ребят, знаете, у нас есть небольшой отрывок из вашей программы. Давайте предоставим ее нашим телезрителям, чтобы они тоже посмотрели. Ну и вместе посмотрим, заинтересуемся. Для тех, кто еще не познаемся, так. Давай. Познаемся. Скажите, пожалуйста. Це по льготному. Можна? Вже зайнято. Скажіть пару слов на камеру о наших ніколаївських маршрутках, о качестві перевозок. Качество вдохновляє, особливо дірки в потолку, зламані сидіння і дуже удобне проветрювання. Ти бачиш, вентиляція. Да, а що з сидіннями? Сломані в основному всі. Шатають. Це вестибулярний апарат твій перевіряють. Да. А в Харкові після 12 маршрутки ходять, не знаєш? У нас транспорт до 12, по-моєму. Общественно. Пожалуйста, как и в многих городах. А в Николаеве круглосу точно. Все. А почем проезд? Зараз 30 гривен. Проезд на лошадке. Салон кожаный? Да. Настоящая кожа. Я хотела его фотку продать просто за деньги. Вот в чем дело. Мы повернулися до ефіру, вірвалися просто на шаленій хвилі. І наступне питання до вас, друзі. Ось люди, з якими ви працюєте, берете інтерв'ю, як вони взагалі відносяться до вас після зйомок? Чи чекають на ваші сюжети, чи якось є зв'язок з ними? Ну, перше время, коли некоторые, скажімо так, популярні личності нашого міста, депутати, чиновники, когда вы нащетешили надежду на то, что может что-то не войдет, они звонили нашему начальству. Типа, ну там, Светланка приходила, мужик.
Ну, потом вони поняли, що ні, що все вийде. Не вийде, так? Ні, ну, діло в тому, що ми вже самі, на самом деле, з Валерою рішаємо, що входить, що ні. Ну, редактор просто потім просматриває. Це щоб всі знали. То-то. Цензури немає, так? Щоб директорами, так, нет смысла обращаться. Ні, ну, там, смотри, скільки денег. По вашим сюжетам, ваше лицо вже всі знають, я думаю, в Николаєві Валеру ми сьогодні презентували. Поздравляю. Вас узнають Светлана на улице, говорять, це ж та Світлана, візьміть у мене інтерв'ю, я теж хочу бути в вашій програмі. Чому-то чаще всего орут на всю советскую, скажите, пожалуйста! А я не могу понять, что такое, ну хорошо, пожалуйста. Тобто, ну вот, ну да, бывает. Не кричати так, якщо вас зустрічають на вулиці, краще не кричати на всю вулицю. Она просто начинает убегать. Мне потом приходится ее ловить по городу, это немного дискомфортно. С камерой это, конечно, более дискомфортно. А ось, скажіть, Світлано, ось створюючи свого персонажа, цей образ, ви кимось надихались, тобто, можливо, орієнтувались на когось, чи як це воно? Ви намікаєте на сердючку, це 100%, тому що у мене з цією сердючкою вже все. Дуже часто. Ні, у мене мама з папою розмовляють більше на суржики. Ну і моменти, коли мені потрібно відшутитися або ж сказати правду, але як би ні, то це суржик, так. Ну, в основному масу часу російською мовою. Може, українською, не чистою, поки що я на курси ходжу. Тобто можна сказати, що це не образ. Це така, ви на самом деле, ви не граєте на курсі. Ну, чаще всего, так. Да, Валера? Ну, чаще всего, коли я не серйозно, о чому-то не серйозно говорю, ну, или шутки, или отдых, то да, це суржик. Ну, я така є. Скоріш за все. А ось які ви, ну, ось ви, Світлана, і ви, Валерій, ось програма закінчилася, відзняли, монтаж зробили. Які ви у повсякденному житті? Чим ви захоплюєтесь, чим ви займаєтесь? Хобі у вас, можливо, якісь є? Світлана так коварно посмотрела на Валеру. Я співаю. Я співаю, мене Валера дуже просить, Світочка, ясно, що все закінчиться в караоке. Я недавно тільки почала, значить, увлекатися такою темою. Боже, как я вас понимаю? Я тоже люблю петь. Я не могу сказать, что я люблю петь. Мне приходится, у меня друзья все любят петь. Я могу сказать, что не все любят, когда ты поешь. Вообще, очень, очень много. Но я слышал в одном из николаевских караоке, администратору подняли зарплату. С того, как Света начала туда ходить. Типа за вредно. Да, да. А вот ты, Валера, чем занимаешься? Помимо того, что ходишь с камерой. Да много чем. Та не бреши, основной расклад. Ну, стендапчик, Валерчик. Да, я выступаю в жанре стендап и еще работаю в творческой студии, студия 512. Некоторые ребята из моей студии, кстати, у вас тоже работают ведущими. Кто? Миша Рябакова, не Артема. Знаем этих двоих. Все двое это. Знаем, видели. Что вы нас воображают? Тишин, что вы так? Не, хорошие ребята. Мы дружим программой. Надеемся, с вами дружить программами. Так и будет. Ребят, наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Хотелось бы от вас пару таких небольших поздравлений перед днем Святого Валентина для наших николаевцев. И, возможно, вы что-то готовите. Может, какие-то идеи есть по подаркам. Поделитесь с нами. Натуре, скоро же день Святого Валентина. Это ж февраль. Я хотела сделать вид, что я не удивилась. Блин. Вы для Валеры приготовились уже какие-то подарок? Нет. Новые. Мы только что поняли, что 14 февраля скоро. И задумались. Это зи святом. Ну, я не знаю, там, на любви, наверное. И вообще не только в этот день радуйте своих любимых. А я хочу на 14 февраля поздравить всех с мировой премьерой фильма «Дэдпул», который я очень сильно жду. Ой, я тоже хочу. И я пойду на 14 февраля, я пойду в кино на «Дэдпула». Так, класс. Возможно, встречу там свою любовь. Ну, это будет женщина с хорошим чувством юмора. Женщина-билетёша. Так, спасибо вам, ребята. Дякую вам за то, что залетали до нас сегодня. Оставайтесь всегда такими же позитивными, веселыми. Машем вам на камеру. Мы вас очень любим.